Здравствуйте, дамы и господа, возвращаемся в The Walking Dead Saints and Sinners. Вышла долгожданная сюжетная DLC под названием Aftershock. Для того, чтобы начать прохождение этого DLC, вам сначала нужно закончить сюжетную оригинальную кампанию, и только потом вы сможете уже насладиться и дополнением. Но при этом планируется также патч, который позволит вам, если вы потеряли сохранение, например, или не хотите проходить основную сюжетку, позволит вам быстрый старт организовать. Соответственно, следите за обновлениями, за патчами. Мы начинаем с последнего нашего сохранения. Так, ну давайте вспоминать об основных механиках. У меня сейчас не все здорово со здоровьем, и насколько я помню, мне нужны именно медикаменты, чтобы восстановиться полностью. Но здесь какой-то хрючил, плов. Есть только пончик, видимо, медикаменты у меня закрыты на самом деле. Жаркое, стерильный бинт, который у меня имеется в рюкзаке. Но он мне не поможет, потому что еда восстанавливает исключительно выносливость, насколько я понимаю. Ну-ка, давайте перекусим. Проверим, как это работает. Да, полностью выносливость у меня восстановилась. Но, как видите, потенциал моего здоровья все еще красный на 50%. То есть бинты мне тоже не помогут. Поэтому нужны серьезные медикаменты. Я надеюсь, сегодня мы также их и встретим. Давайте зайдем внутрь, в автобус. Посмотрим, что у нас там. Может быть, и там какое-то барахло есть. О, ребята, до сих пор меня ждут. Смотрите, как они рады меня видеть. Я тоже рад вас видеть, друзья. Так, вот здесь, может, медикаменты, кстати, будут. Бомба с таймером одна из двух. Вторая у меня в рюкзаке. Нет, к сожалению, медикаментов вообще никаких нет, что удивительно. Также здесь утилизатор и наша мягкая постель, а точнее матрас. Также статуэтки, которые я собирал, вся информация о местах, общая карта и также радио. Ваше здоровье, спим до утра и начинаем DLC. I can't even look at them. Don't have much left. Oh, Jesus. The cash is here in Dana's auto shop, like you said. We scored. The reclaimed, I fucked them up good. But it cost me, man. Please. You have to find me. Save me. I can't hold on for long. Fucking hurry, man. Bleeding out. God damn it. Should have memorized that fucking map in the lumberyard office better. I don't want to die, man. Please come get me. Not much time left. Так, ну что ж, с этого момента и начинается наше новое приключение. Давайте прочтем сначала заметку. Голос по радио сказал что-то о новом тайнике бункера. Похоже, стоит нанести визит в автомастерскую Даны в Поречье. Но нужно смотреть в оба. Половина Нового Орлеана наверняка составит мне компанию. Так, отправиться в Поречье — это, видимо, новая локация. А может быть и нет. Я, честно говоря, не помню, какие здесь локации новые, какие старые. Нам по-прежнему доступны все локации из оригинальной сюжетки. Так что мы можем, в принципе, и подлутать, например, чтобы скрафтить, найти рецепты и прочее. Потом автомастерскую. Насмотрите дополнительное задание. Смотрите офис лесопилки в поисках зацепок. Но я думаю, этот чел не доживет, учитывая то, что я не буду торопиться. Но ведь если торопиться, можно и людей насмешить, как вы знаете. Еще нужно вспоминать, как работают некоторые механики. Плюс у меня половина ХП всего лишь. Так что рисковать своей шкурой ради какого-то школьника я не буду. Но постараюсь найти его и также найти что-нибудь ценное. Поречье. По-моему, была эта локация, может быть, нет. Тайник с лекарством, кстати. То, что мне нужно. Так, и, похоже, здесь растяжка.
И летящей походкой Майкла Джексона уже подходит к нам. Этим мы отличаемся от зомби интеллектом или внимательностью. Так, апельсиновый взрыв. Ну да, это старая, по-моему, все-таки локация. Я помню эти записки, какие-то проповеди мамаши. Я даже не хочу ее брать, потому что в моей голове сейчас будет ее голос. Надеюсь, что этого не произойдет. Да, и теперь она будет читать свою проповедь. Придется слушать. Хотя, по-моему, можно как-то скипнуть. Да, можно скипнуть, но не полностью. Просто не хочу слушать это повторно. Чувствую себя Айзеком. Где-то глубоко уже в подземельях не слышим голос своей мамаши. Так, да, спасибо. Наконец-то. Так, у меня есть катана. Да, я думаю, мы быстро сможем разобраться со всеми. Потому что катана — это одно из самых ультимативных оружий. Насколько я помню, конечно. Удивительно, как этот зомби прошел растяжку. Видимо, он здесь стоял в углу. Не-не-не-не-не-не-не, спокойно, спокойно, ребят. Я, конечно, могу вас всех здесь перестрелять. У меня дробовик не самый плохой, плюс есть катана. Но сегодня у меня другая задача. Да и, по-моему, я уже это делал. И облутывал все это помещение. Может быть, там медикаменты, кстати. Может быть, они за медикаментами пришли. Вообще, не очень помню. Что вообще делает эта группировка здесь, была ли она раньше и так далее. Но самое главное, что они нас немного поддержат огнем, если мы будем себя вести достойно. Так, сейчас где я нахожусь-то? Возле рыбного склада как раз-то. Если идем направо, заглянем на лесопилку. Ладно, давайте сначала туда. Хотел сначала гараж найти. Здесь все на растяжках. Кроме... Нет, все на растяжках. Хотел сказать, кроме этого места. Так, ну это мы все записки от мамы. Все это мы читали, когда проходили сюжетку, хоть и на английском языке. Осталось вспомнить, могу ли я обезвредить вообще каким-нибудь образом эту растяжку. Наверное, нет, да? Или могу? Так, ну передвинуть баллон точно не получается. Я помню, я как-то что-то прорезал, что-то обезвреживал. Вряд ли катана это удастся сделать. По-моему, это плохая идея. Вообще непонятно, как она работает. Просто баллон с газом и проволока какая-то, леска. Но попробовать стоит. Так, ну приди... О, слушай, может зомби туда швырнуть? Жалко, пнуть не могу. Ну-ка, вон туда. Давай-ка. Еще немного. Ну, чуть-чуть, шаг назад сделай, друг. Чуть-чуть не хватает. Сейчас нужно отдохнуть. Все-таки стамина восстанавливается. Да, похоже, дистанция также серьезная. Вспоминаю, насколько здесь хороша боевая система. Как минимум рукопашная. Так вот, со стороны можно, похоже, зайти. Но гараж по-прежнему не был найден. Может быть, это и есть гараж, кстати. Нет, здесь мы тоже не зайдем. Повсюду растяжки, просто на каждом метре. Так, но зато здесь какой-то молодой человек с припасами, у которых упоминалось. Как раз медикаменты, лекарства сразу же принимаем. И по идее, да-да-да. Максимальный уровень здоровья я восстанавливаю таким образом. Чего смотришь? Вот это вот похоже на гараж. И вполне возможно. Нам именно туда. Автомастерская. Нам нужна именно автомастерская. Мне почему-то в голове гараж. Надеюсь, здесь нет растяжек. Включу на всякий случай фонарик. Нет, ну это очередной склад просто стройматериалов каких-то. Не знаю, где мастерская. Может быть, я ее прошел, может быть, надо было в противоположную сторону искать. Но не будем терять времени.
Какое здесь прекрасное уличное искусство. Раньше я этого не замечал. Может быть, вон там, где... Как будто это свалка, но на самом деле это просто дома. Поэтому я и подумал, это либо свалка, либо... Либо Балашиха, либо Подмосковье. Так, может быть, это мастерская? Или там на той улице? Так, вот автозапчасти. Вот туда нам налево похоже. Не думал, что он меня заметит вообще. Это вас там. Блин, их здесь много. Все больше и больше. Но сзади тот, который был, меня не заметил. Так, вот автомастерская. Мне как-то нужно попасть внутрь. Надеюсь, это та. Так, 1-2. Двое справа. Но они вряд ли пробегут. Здесь еще двое, да? Да, четверо уже. Не плюс еще зомби подходит. Блин, я не уверен, что... Обязательно с боем нужно идти. Может быть, я могу как-то проскользнуть в ночи. Это ниндзя с катаной, которая застряла. Да, бронированные ребята не так уже просты. Ладно, наверное, надо пробиваться. Она была ближе, чем я думал. Так, ну это трое. Это мы все обязательно соберем. Какой-то чертеж даже. АР-ка. Хотя, по-моему, у меня был чертеж. Все остальные просто куда-то пропали. Видимо, драпать решили. Времени все меньше и меньше. Надо действовать быстрее, хоть что-то найти. Потому что на следующий день эти рейдеры опять появятся. Удивительно, конечно, что все остальные не слышат. Видимо, звуки не такие уж и громкие. Так, ключ. От консервного завода. И там еще люди. Блин, где конкретно? Вот это, видимо, мастерская. Блин, еще и зомби здесь. Ну ладно, он вроде как меня не видит. Сейчас надо проскочить через вот эти ворота. Слишком много, а я здесь времени потратил уже. Надеюсь, и здесь растяжек нет. Так, это мусор валяется. Зажигалка. И все, тупик. Блин, и зомби подходит. И времени уже не так много. Еще и пистолет полусломан. Так, ну вот, это автомастерская Даны. Тут и шмаляет. Просто здесь много гаражей, не очень понятно, куда и в какой мне заглянуть. Не знаю, кто шмалял, но, наверное, это по зомби. Эти ребята меня пока не замечают. Но там кто-то в самой мастерской был. Да, вот женщина одна. Вроде как все.
Надеюсь, больше сюда никто не приедет. Так, полусломанный дробовик. Скорее всего, место у меня уже скоро закончится. Я возьму сейчас катану. Буду ползком, как ниндзя. Я уже, честно говоря, и забыл, что мне вообще здесь нужно найти. Я пока ничего примечательного не вижу, кроме как вот этой вот двери. И какие-то следы кровавые, как будто кто-то пытался сюда забраться или вылезть. Может быть, это тот паренек. Вряд ли, хотя, слушайте, я, наверное, сюда и смогу залезть, но у меня есть ключ, но он от завода, да? Нет, от двери. Ладно, для этой двери ключ не нужен был. Ползу, ребята. Как мангуст. О, черт, их там много. Переживать пока не стоит. Патронов вроде как для дробовика у меня много. Блин, но они дверь открыли. Вроде как притихли. Надеюсь, все же никто меня больше здесь не увидит. Не знаю, что это был за выстрел. Может быть, это я дверью бахнул. Или рукояткой катаны. Да, слишком много времени я здесь провожу. Мне кажется, нужно поторопиться. Похоже, тайник, который мы ищем, все-таки наверху. Это явно намек на то, что, блин, еще кто-то пришел, по-моему, это с зоны, да. Намек на то, что можно забраться. Так что мы это попробуем сделать. Да, скорее всего, тайник здесь. Правда, эта статуэтка у меня уже есть. Я не уверен, что это относится к чему-то ценному. Или не здесь. Это ведь не тайник. Только не говорите, что это тайник. Нет. Не может быть такого. Может быть такой дерьмовый тайник. Сейчас мы посмотрим. Так, ну заметка все еще есть. Значит, это все-таки не тайник. Но там еще дверь какая-то. Блин, спалил свое расположение. Блин, дверь. Тяжелая дверь, уже не справляюсь. Темно, еще ни хрена не видно. Так, ну, видимо, тайник, вот он. Ничего здесь не вижу. Буду наугад. Пепельницы вряд ли что-то ценное. Лапша быстрого приготовления. Можно покушать. Сейчас. Так, ящик, для которого нужен ключ. Клавиатура, прекрасная дама. Чтобы не скучать одинокими вечерами. Ладно, возьму в руки фонарик, иначе мы вообще ни хрена не увидим. Ивс, мы вычистили последние несколько рекламов, которые остались. Но я получил плохие новости. Савиджи имели присутствие ума, чтобы выйти с ключом к этому кэшу. Шеп следовал фрику с ключом к канарею. Он его ноги сломал из-за проблем. Бедный фукер. Все дело вверх для взрыва. Like that crazy setup we defused at Hotel Eclair. You know, in the French Quarter. Much sloppier, but the same principle. Reclaim set us up good this time, but she can't last long in there. We'll smoke her out. AJ. Так, ну, видимо, это тот чел, который по радио и вещал, который остался без ног. Подорвался вместе с ключом. И теперь нам предстоит обратно возвращаться. Искать этот консервный завод, а затем бедолагу без ног
Сомневаюсь, что он выжил. Кстати, можно было отсюда зайти. Да, вот здесь вот по стелсу, видимо, стелс-проход какой-то. Блин, как не вовремя она зомби обнаружила. Так, ну ладно, будем надеяться, что ее загрузут. И за нас все сделают. Всю работу сделают. Так, 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 так. Нагоняет, нагоняет. И тут оп! И я вступаю в битву. А, вот так вот. Да, все, это выход. Окей, посмотрим, где мы находимся. Возле выхода, да? Нет, не возле выхода, выхода здесь два. Ладно, нужно, наверное, возвращаться, и только потом мы на консервный завод. Консервный завод — это вот это место, соответственно. Я предлагаю сгонять сначала, сделать новую катану, это уже сломалось, запастись патроны. Отстань! Может быть, запастись дополнительным дробовиком. Блин, я забыл, что здесь еще есть болевальщики. Ой-ой-ой, здравствуйте, не подскажете, как мне выйти-то отсюда теперь? Так, ну здесь-то растяжки нет. Но здесь, скорее всего, не пройти. Да, вон я уже вижу свою замечательную лодочку. Но перепрыгнуть растяжку, наверное, не получится. Забраться, забираться здесь на автомобиле, да, нельзя. Но эти ребята меня вряд ли пропустят. Блин, их все больше и больше, надо быстренько. Сейчас натравлю зомби. Или нет? Так, все, отвлек. Ой, блин, их здесь много. Он просто пробегу. Вроде не шмаляет. Так, все, уходим. Уходим, восстанавливаемся дома, и только потом мы идем на консервный завод. План такой. Так, надо побыстрее свалить, пока не сцапал зомби. Пока. Избавляемся от всего мусора. Сейчас скрафтим пару бинтов. Медикаменты у меня есть. Буду носить на всякий случай с собой. Также сделаем катану, если нам хватит ресурсов, да. Изготовить. Я даже несколько могу катан сделать сразу заранее. В принципе, завод консервный, наверное, большой. Две катаны мне действительно пригодились бы. Наверное, так и поступим. Пока лучшего оружия я не нашел. Будем крафтить катаны. А сюда я не могу положить, да? Да, об этом я не подумал. Что катану я на самом деле только одну могу вместить. Либо он дробовик выбрасывать. Дробовик. Это серьезное оружие. Так, ладно. Вот, надеюсь, в хранилище я могу ее скинуть. Или нет. Ладно, просто на стол. Здесь предметы все сохраняются. В конце концов, я ее не зря сделал. Так, теперь. Что по ХП? По ХП не очень здорово. Вот как раз медикаменты сейчас и сожру. Затем подучиться. Необходимо. И покушать. Перекус организовать. Нам нужен именно паёк. По-моему, плов должен подойти. Так, и бинтов наделать. Бинты вообще все кончились. Я под ноль их использую. Это у нас клей. Собачий корм, кстати, нашел. Да, лук, конечно, не самый ценный. Давайте делать бинты. Плюс не нужно забывать про дополнительные бафы. Прочность оружия. Вот это вот неплохо. Пловом. Вот поэтому я пловом и запасся, наверное, с катаной. А пирожок что делает? Ускоряет восстановление выносливости. Да, я не просто так все это крафтил. Это один плов сделаем. Если потом захочется перекусить, будем использовать именно его. Далее пистолет, наверное, было бы здорово сделать. Но я, наверное, сделаю просто нож какой-нибудь еще. Вместо пистолета в качестве огнестрела буду использовать именно дробовик. Так, ну вот эта АР-ка. В принципе, можно ее и скрафтить. Вместо дробовика, например. Насколько он у меня сломан?
практически полностью. А ремонтировать я, по-моему, не могу, да? Я уже не помню. Ну, либо дробовик нужно делать, либо аэрку. Так, с скользящим затвором, стволка. Дробовик новый. Слушайте, это похоже дробовик, который я нашел в бою, потому что в крафте он у меня закрыт. Придется делать аэрку, но это, конечно, не самое худшее оружие. Особенно для дальних дистанций. Так, ладно, сделаем так. Возьмем аэрку, действительно. Возьмем еще нож какой-нибудь хороший. Вот этот, например. Секач. Или этот нож. Ночная смена. Прекрасно. Входит, замечательно выходит. И вот что-то еще. Знак боли. 11-й. 5-й. 7-й. Ну, наверное, это что-то хорошее. Мина-липучка. Нужно еще не забывать про взрывчатку, которую я ношу с собой. Ладно, возьмем это. Возьмем с собой на всякий случай. Потом просто доломаем. Добавик тогда оставляем. По крайней мере, на какое-то время. Сделаем аэрку. Готовить. Все, ресурсы истрачены в большом количестве. Все, вот примерно так. Примерно так оно и будет. Давайте сразу тогда. Могу я сразу несколько рецептов отслеживать? Отслеживать вот это, например. Отслеживать сразу. Да катан, наверное, не буду. Если все просто. Но вот для аэрки... Да, сразу могу несколько рецептов отслеживать, соответственно. Ну все, мне больше, наверное, ничего не нужно. Тем более, мне нормальный дробовик пока оставляем. Я могу утилизировать, кстати, дробовик. Ну, я пару выстрелов смогу совершить, даже, может быть, 4 выстрела или около того. Так что, может, и оставим его пока. Так, а вот это вот все мне отдельно нужно утилизировать, да? Да, вот сейчас ресурсов будет больше. Особый предмет. У меня этих ангелов. Видимо, придется складировать. Другого применения не вижу. Собачий корм я употреблять точно не буду. Вот сейчас, может быть, и на патроны хватит. Так, замечательно. Теперь я даже, наверное, что-то дополнительное могу скрафтить. Да, вон тут у меня еще плов есть. Это мы пока все оставим. Забыл, что у меня это бинты присутствовали. Да, вот теперь я могу еще патронов немного сделать. Еще одну коробочку. И, да все, больше мне ничего не надо. Конечно, не знаю, насколько хорошая идея идти ночью. Я думаю, лучше не стоит.